Ну, я думаю, что, наверное, какой-то политический момент в этом существует, в том, кому дают премии. Я знаю, что она хорошая писательница. Я ее давно читал. Мне нравились ее произведения. Ну, то есть она как бы профессионал большой. А ее политическая позиция, вполне возможно, что она стала следствием того, что ей дали эту премию. В общем, сейчас нападать на нашу страну как-то модно, поэтому почему бы не дать?